Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Ярослав Макарич, и сегодня мы поговорим про классические гитары Ля Манчи. Не так давно они появились на белорусском рынке и успели вызвать серьезный интерес среди учеников и педагогов. История бренда Ля Манчи тесно связана с идеей создания таких гитар, которые бы в полной мере отвечали самым высоким требованиям к традиционным классическим инструментам и в то же время были бы доступны молодым амбициозным музыкантам. Ля Манчи принадлежит немецкой компании Best Acoustics Reinhardt. Первые инструменты создавались под руководством Гюнтера Рейнхарда. Этот человек — генеральный директор компании, а в прошлом преподаватель по классу гитары. В 90-е годы он чувствовал острую нехватку качественных и в то же время доступных по цене инструментов, которые он мог бы посоветовать своим ученикам. Именно это сподвигло его на создание собственных брендов, один из которых — Ля Манчи. Первая гитара Ля Манчи была изготовлена в 2001 году в Германии, а спустя всего несколько лет инструменты этого бренда уже были на слуху у многих начинающих гитаристов и их педагогов далеко за пределами страны. Высокое качество гитар неоднократно подтверждалось Европейской ассоциацией преподавателей гитары, которая регулярно отмечает ученические инструменты Ля Манчи высокими наградами. Эта ассоциация служит образовательным, научным и художественным продвижению игры на гитаре в странах Европы. В рамках своей деятельности они проводят множество фестивалей и конкурсов, в том числе не только среди молодых исполнителей, но и среди производителей гитар ученического и студенческого уровня. Рекомендации этой ассоциации помогают выбрать наиболее подходящий инструмент для ребенка. Ну а если в двух словах, друзья мои, берите Ля Манчи, не ошибетесь. Всем своим ученикам и знакомым я в первую очередь рекомендую именно эти гитары. Сегодня Ля Манчи — это сочетание немецких разработок, испанских традиций и азиатской сборки. Ассортимент бренда невероятно велик и включает в себя множество гитар всевозможных размеров, цветов и вариантов отделки. Древесина и другие материалы всегда высочайшего качества. Инструменты действительно способны удовлетворить запросы современных классических гитаристов. Гитары официально поставляются и пользуются спросом более чем в 40 странах мира, благодаря чему традиции не просто сохраняются, а продолжают развиваться. Все инструменты Ля Манчи производятся в Китае по спецификациям, разработанным специалистами немецкой компании. Это позволяет сохранить невысокую стоимость инструментов, а строгий контроль со стороны немецких специалистов, проверяющих каждую гитару, гарантирует то самое высокое качество и полное соответствие инструментов заявленным требованиям. В Беларуси гитары Ля Манчи появились относительно недавно и уже успели завоевать доверие со стороны наших педагогов и уверенно конкурируют с более именитыми брендами. Я очень рад, что в Беларуси появились гитары Ля Манчи. Действительно, это крутые инструменты. Они хорошо сделаны, прекрасно звучат, красивые, стильные и при этом доступны каждому по цене. Теперь для начинающих гитаристов открыты все двери в музыкальный мир.
Кстати, приятный бонус при покупке гитары La Mancha – это струны легендарной компании Savarez, которые сразу установлены производителем. Еще один факт в пользу La Mancha – 15 гитар из серии Ruby и Rubinita имеют награды Европейской ассоциации преподавателей гитары. И про эти инструменты я расскажу в отдельном видео. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Music Market, чтобы не пропустить новые ролики. И, конечно же, не забывайте оставлять комментарии под этим видео. Делитесь своим впечатлением о гитарах La Mancha, рассказывайте о своем опыте и не стесняйтесь задавать вопросы. Мы обязательно на них ответим.